Рэпсовый узел. Навешиваем на основу две нити. Для плетения рэпсового узла нам достаточно одной, но мы повторим несколько раз, чтобы закрепить. Берем крайнюю нить, это будет нить основы. Плетение у нас будет в сторону конца нити основы. То есть в ту сторону будем плести рэпсовые узлы. Вторую нить берем, делаем петельку вокруг нити основы. Чуть-чуть подтягиваем. И вторую петельку тоже вокруг нити основы, в образовавшуюся петлю, вот в эту, протягиваем кончик и затягиваем. Вот получился у нас рэпсовый узел. Повторим. Петля вокруг нити основы, вторая петля, хвостик продеваем и затягиваем. Еще раз. Петля, вторая петля и затягиваем. Вот у нас цепочка из рэпсовых узлов.